Всем привет, с вами Сергей Чураков, и на скайпе у меня параллельно висит, подсказывает мне Лилия Воронцова, мой спонсор компании Infineon. И сейчас я буду показывать, как зарегистрируюсь в компании Pioneer для того, чтобы получить карточку Pioneer. Она нам пригодится для торговых операций на разных торговых площадках, в частности для Amazon она необходима. Очень значимая система Pioneer, она работает по реферальной программе, то есть регистрация по реферальной ссылке дает вам бонус $25, но он будет начисляться в личном кабинете тогда, когда у вас по картам ваших последователей, скажем, да, кто регистрируется по вашей реферальной ссылке, начнется движение денежных средств. То есть как только там пройдет оплата $100, вам будет, ну, в общем, у них там есть своя программка, вы о ней почитаете, это несложно, там все это. Личная реферальная ссылка есть, компания всегда присылает письма о том, что проходят регистрации по вашей реферальной ссылке, вам письма приходят на почту симпатичные, так что пользуйтесь системой. Она очень легкая, удобная и нужна будет в работе однозначно, с Амазоном точно нужна будет. Вот. И это система, которая еще даст вам возможность поучаствовать в реферальной программе, что в принципе мелочь, а приятно. Вы можете кликнуть на русский язык. То есть вы получаете ссылочку от своего спонсора, переводите сайт на русский язык, если не понимаете по-английски, и нажимаете на большую кнопочку «Зарегистрируйтесь и получите $25». Так, кликаем. Здесь вы два варианта. Местный банковский перевод и предоплаченная карта MasterCard. Выбираете второй способ, предоплаченную карту MasterCard, и нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Здесь вам надо будет пройти несколько шагов, и вы получите полную регистрацию. Регистрация довольно-таки простая, и сейчас вы в этом убедитесь. Пишите имя. Лучше, конечно, все делать на английском языке. Не лучше, а нужно все делать только на английском языке. Да, значит, делаем только на английском. А адрес электронной почты. Проверяйте, чтобы было все правильно. И нажимаем «Продолжить». Запаситесь сразу блокнотом и ручкой, которая пишет. Потому что здесь вам нужно будет указывать пароли и указывать секретные вопросы и ответы. Это, естественно, надо будет запомнить. Лучше записать в нужном месте. Как говорится, лучше тупой карандаш, чем острая память. Далее. Значит, адрес. Вводите все данные на английском языке и нажимаете «Продолжить». Так, придумывайте пароль. Естественно, этот пароль надо будет записать. Значит, для того, чтобы вы правильный пароль придумали, с правой стороны нам выдают подсказку. То есть не менее 7 символов и включить минимум один символ латинского алфавита, то есть маленькая буква и большая буква, и цифры. Так, дальше. Вопрос безопасности. Первый вопрос. И дальше продолжить. Тип удостоверения личности. Вообще, гражданский паспорт. Так, я согласен. Проверяйте все свои данные внимательно. Если вы допустили ошибку в имени и фамилии, здесь справа подсказка. Для изменения вашего настоящего имени, пожалуйста, вернитесь на опции «Персональный details». Сережа, а да. Там не нужно сделать пробел между серией и номером паспорта? Вот я бы здесь поставила пробел 0703. Да, я понял. Ну, можно попробовать сделать пробел, и я думаю, ничего страшного. Так, это есть. И нажимаем «Заказать». «Заказать».
В процессе рассмотрения в течение нескольких рабочих дней вам будет отправлено уведомление по электронной почте после рассмотрения вашего заявления. Доставка. После утверждения вашего заявления вам будет отправлена ваша Pioneer MasterCard. Лилия, вот ты карточку уже получила. Как долго шла карточка? Ну, когда я зарегистрировалась в системе, то система мне сообщила о том, что я получу карту от 2 до 11 февраля. Но карта пришла на неделю раньше. А вообще от момента регистрации прошло, наверное, ну, не знаю, наверное, недели две. Ага. Надо посмотреть точно. Но одним словом, все равно намного раньше карта пришла. В общем, где-то недели две. Да. Ориентируемся, да? А ты платила что-то за карточку? Нет, ничего не платила. То есть они просто ее прислали, и ты пользуешься? Да, я ей пользуюсь, я ее активировала, я ее еще не использовала. Но при том, что мы начинаем использовать карты, у нас начинает в этот момент работать реферальная система, потому что такая большая, серьезная и очень значимая система Pioneer, она работает по реферальной программе, то есть регистрация по реферальной ссылке дает вам бонус $25, но он будет начисляться в личном кабинете тогда, когда у вас по картам ваших последователей, скажем, да, кто регистрируется по вашей реферальной ссылке, начнется движение денежных средств. Прислали на почту Pioneer, ваша заявка, короче, была... Спасибо за то, что вы выбрали Pioneer, ваша заявка на аккаунт Pioneer была получена, находится на рассмотрении. Необходимо выполнить 3 шага. Первый шаг – проверка, вы здесь, вы получили уведомление по электронной почте через 3-5 рабочих дней, как только ваша заявка будет рассмотрена. Второй шаг. Это второй шаг. Третий шаг. Деливер. После одобрения заявки вам будет отправлена ваша предоплаченная дебетовая карта Pioneer MasterCard. И доступ в ваш аккаунт. Имя пользователя, номер аккаунта в вашей системе такой-то. Вы войти в аккаунт. И давайте попробуем войти в аккаунт. Имя пользователя здесь, по-моему, электронная почта используется? Электронная почта, да. Электронная почта. И далее. Войти. Здесь система нам предлагает дальше пройти регистрацию, то есть придумать еще секретный вопрос номер 2 и секретный вопрос номер 3. Выбираете интересующий вас вопрос, какой вы хотите установить. И, естественно, эти вопросы надо записать и записать ответы на бумаге. И лучше 2 способами, и в электронном виде, и в бумажном виде. Да, и такая рекомендация, так как мы регистрируемся на иностранном сервисе, и лучше всего ответы записывать на латинице, а не на кириллице. Вуаля! Поздравляем вас с приобретением аккаунта в системе Pioneer. Да, все, зарегистрировались. Далее, так как у нас здесь используется реферальная система, и мы получаем небольшие комиссионные от того, что порекомендуем нашим партнерам. Лирия, ты уже здесь была в кабинете. Можешь подсказать, где находится реферальная система? Во-первых, нужно посмотреть, предложено, нажмите здесь, вот, просмотреть статус заявки. Ваша заявка находится в процессе рассмотрения, да. В ближайшие дни. Так, хорошо. Добро пожаловать. Сервис, история платежей. Так, настройка, помощь. Ну, сейчас, по всей вероятности, пока еще кабинет не открыт, потому что верификация не прошла. То есть система Pioneer должна подтвердить
ваш кабинет, и после того, как произойдет вот это, то есть вы на почту получите письмо, зайдете в свой кабинет, и вы увидите свое предложение компании дать свою реферальную ссылку. То есть она у вас будет, она будет открытым, ее можно копировать и давать людям для регистрации. И мало того, в кабинете отображается количество регистраций. То есть мало того, что на почту всегда приходят письма о том, что по вашей реферальной ссылке зарегистрировался партнер, и вы еще на один шаг ближе к получению бонуса от компании. И в личном кабинете тоже отображаются регистрации. Там нет имен партнеров, которые сделали регистрацию, но есть отображается количество регистраций. Поэтому все будет у вас под контролем. Компания всегда информирует о каждом своем шаге. Итак, друзья, прошло совсем немного времени после регистрации, буквально там 10-13 минут, и от компании «Пионер» получил такое письмо. Поздравляем, ваша заявка на аккаунт «Пионер» была одобрена. И, в общем, ваша предоплаченная дебетовая карта «Пионер» была отправлена вам через... То есть карточку мне уже говорят, что отправили, либо отправят. А для доступа в аккаунт нажмите здесь. То есть нажимаете «Войти», вводите там... Используете для входа электронную почту и пароль, который вы придумали. И теперь, видите, уже кабинет немножко другой стал. Здесь мы можем, конечно, взять реферальную ссылочку и поделиться с своими друзьями, либо, конечно, передать в первой линии, потому что все у нас дублировалось. Значит, просто рассказав своим друзьям о «Пионер». То есть вот здесь можно получать платежи от американских компаний. Можно еще здесь запрос. Так, нажимаем вот здесь, как я понял. Referral Friend. Эту кнопочку, да. Кнопочка реферальной программы. Так. Чуть-чуть ниже опускаешься. И вот здесь вот там... Вот она как раз ссылочка. Да, вот там реферальная ссылочка. А ты просто щелкни, она вся выделится, как обычно. То есть вот эта длинная ссылочка как раз и есть ссылочка на регистрацию. Как ее сделать сокращенной? Очень просто. Идем на такой сервис под названием go.gl. Вот, вставляем сюда и нажимаем вот эту кнопочку. Вуаля! И получили мы вот такую короткую ссылочку. Здесь, кстати, написано Ctrl-C, это значит копия. То есть Ctrl-C мы скопировали. Вот так вставляем, и вот она как раз ссылочка, укороченная, и передаем эту ссылочку своим знакомым. Также эта ссылочка будет расположена под данным видеороликом. Если вы хотите получить данную карточку, пожалуйста, регистрируйтесь, и будет вам счастье. Все. На этом регистрация закончилась, осталось дождаться карточку. Что еще нужно сказать? Нужно сказать, что система Pioneer легко привязывается к PayPal, и переводы между этими двумя платежными системами практически там какие-то вообще смешные копеечные. Возможно, нам эта привязка понадобится в дальнейшем для работы в электронной коммерции, то есть... Каким-то образом мы можем использовать вот эти две платежные системы, чтобы переводить деньги из одной системы в другую и делать это легко, безотратно, и кому-то это будет очень удобно. О, кстати, здесь инструкция есть, как получать средства с помощью «Пионер». Да. Здесь есть такая интересная фишка, то есть перевод другому держателю аккаунта «Пионер» бесплатный в течение нескольких минут. Это очень важно, кстати. Да, то есть из кабинета в кабинет можно перебрасывать деньги совершенно бесплатно, и
Не в каждой платежной системе такая функция имеет место быть на самом деле. Вывод на банковский счет возможен более чем 60 валют и вывод на предоплаченную карту Пионер. Отличная система получается. Отличная система. Она нужна в любом случае, даже если люди, ну, в данный момент, может быть, даже нигде не работают. Ну, по факту. Да. То есть ей удобно пользоваться, в принципе. Так, ну хорошо. С вами были Лилия Воронцова, Сергей Чураков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч в следующих видео. До свидания.